Это был Волынь-Черноморец. Интересный матч. Не буду скрывать, были безумные переживания, очень нервничала, готовилась, и как психологически не настраивала, все равно вышла на футбольное поле, и когда было построение команд, даже чувствовала, как сердце бьется, но эмоций было очень много, очень. Дом, когда я была в детстве, находился рядом с футбольным полем, и все свое детство находилась на футбольных полях, играла с ребятами. Да, в то время это было не актуально, не популярно, но мне это нравилось, я жила этим. И плюс еще также родственники, дядя и родственники находились в этой сфере, занимались арбитражом. Стало интересно. Я думаю, как и в любой профессии, главное делать свою работу на профессиональном уровне, и будут у тебя требования и спрос также, неважно, ты женщина или мужчина, будет уже важен результат, а не какого-то пола.